Glover News. Вы обе можете отвечать на мой вопрос. Возможно, вы неправильно выбрали профессию, и ваше призвание — быть полицейскими. Нет. Нет, я не смогла бы. Мне кажется, что я недостаточно смелая. Да, нет. Знаете, это особенный человек, который решает идти работать полицейским, парамедиком или на скорую помощь. Все эти люди, которые принимают такое решение, они еще с молодых лет знают, что это именно то, чем они хотят заниматься в жизни. Встречая таких людей, ты знаешь, что они не такие, как все. Они обладают интуицией, которая не свойственна обычным людям. У них отсутствует инстинкт выживания. Случается что-то ужасное, они принимают решение бежать в том направлении, где находится опасность, чтобы помочь другим людям. Знаете, для этого нужно обладать загадочными и прекрасными человеческими качествами. Было ли много сцен во время съемок, которые пришлось переснимать, потому что кто-то засмеялся? Да нет, не очень. Не так уж и много. Мне кажется, что было забавным, что когда мы были в образе, то я могла просто сказать ужасные вещи Сандре. Это правда. И я пыталась придумать, как ответить на это, что обычно могло занять 5 минут заикания. Но знаете, когда происходят подобные импровизации, то ты молишься, чтобы не засмеяться, потому что это совершенно портит сцену. И я не всегда могла с этим справиться. Но знаете, это достаточно трудно сделать, когда рядом у человека не закрывается рот. Да, но я старалась. Что? Трудно оставаться серьезной, когда у нее изо рта бьет ключом что-то такое, чего ты совершенно не ожидаешь. Мне кажется, что в слова «бьет ключом» ты вложила что-то отрицательное. Когда ты разговариваешь, то да. Что во время съемок помогало вашему взаимопониманию? Вы настолько не похожи друг на друга? Понятия не имею. Мне кажется, бухло. Бухло? По-моему, она сказала сиськи. Бухло и сиськи, бухло и сиськи. Собственно, это именно то, что нам помогало. Мне нужно запомнить первое, чтобы рассказать детям. Нет, мы так не делаем. Поэтому мы не всегда берем детей на съемки. Они могут увидеть что-то несоответствующее. Не для малышей, не для детей. А что касается взрослых, безусловно.